Всем привет, дорогие друзья, с вами Джокер и... Блядь. Чикабум. Сука. Это пиздец. Так, давай. Давай соберемся. Я снятый материал хотя бы удалю. Так. Всем привет, дорогие друзья, с вами Джокер и... Чикабум! И сегодня мы продолжаем строить механический дом в Майнкрафте, и, как вы поняли, Чикабум мне будет помогать с декором. В общем-то, давайте приступим. Так, ты тут смотри поаккуратнее, саму структуру вот этой вот всей фигни не рушь, и там смотри под полом механизмы. Тут есть тут активатор. Я понял. Я пока что покажу нашим зрителям, что я сделал без съемок тут. В общем-то, я сделал вот такой вот скрытый активатор. То есть мы ставим красный факел, у нас открывается вот такой вот проход в камине. Также мы можем его, естественно, закрыть. Нажимаем на кнопочку, и он так вот закрывается. Так, давайте я даже вот продемонстрирую это все дело. Так, где тут? Все круто смотрится, вообще нравится мне твой механизм. Вот так вот, то есть все закрывается хорошо. Так, тут уже Чикабум начал декорировать все. И также еще сделал такую фичу на командных блоках. То есть, если мы нажимаем на кнопочку, если сейчас свет у нас включен, у нас сейчас идет зеленая шерсть. Если мы нажмем на кнопочку, то шерсть поменяется на красную и свет выключится. Такая вот небольшая фича. В общем-то, что сейчас мы будем делать? Сейчас мы будем делать, наверное, ванную. Я думаю, сделаю я ее вот здесь, вот в этом проходе. Так, давайте приступим. Слушай, что, наверное, уже убирать этот свет, да? И сделать нормально уже, провести там все. Да, давай, свет можешь убирать, делать нормально. Только вот, смотри, вот эти еще не забывай подключить, вот эти лампочки. А, хорошо. В проходах. Угу. Значит, будем строить ванну. Я вообще не знаю, что пихать в этот дом. Без понятия, что можно сделать. Так, и в каком еще надо определиться стиле сделать ванную? Ванную, как и всегда, наверное, делаю из кварца, из белого. Сам пол делаю из кварца, и стенки тоже, думаю, можешь сделать из кварца. И потом туда можно добавить различных полочек, на них поставить цветы. Ну и, естественно, сделать сам декор этой ванны, душа и туалета. Ну, в принципе, да, можно и так сделать. Так, значит... Тут лучше поставить дверь, я думаю. Да. Я думаю, вот так лучше сделать и дверь поставить. Ну, еще, если это... хочешь, даже можно сделать так, смотри. А может здесь какой-то механизм попробовать запихнуть? Тут ставим вот так и... Ну, это так чисто, но в принципе можно сделать еще механизм. То есть вот как это работает. Ну да, в принципе. Ну, если что, хочешь, конечно, убирай. Но просто показал, как можно сделать. Ну, если что, короче, ну, я еще подумаю, как это все можно сделать. Да, если да. Что, запихнем сюда механизм какой-нибудь. Даже хипстер-дверь сюда можно впихнуть. Да, можно сюда впихнуть. В принципе, тут, хотя, тут механизм... Ну, я думаю, не заденет это все дело. Я думаю, основную часть механизма можно расположить где-то вот здесь. А там все будет, пойдет нормально. Так, значит, сделаем потолки повыше, я так думаю, чтобы было пространство нормальное. Так. Блин, я забыл, у меня же есть этот World Edit. А, неплохо, что он здесь на сервере у тебя. Ага. Без него как-то тяжко было бы. Так. Значит, нет, вот так сделаем. Set 0. Так. Декорим, короче. Что там у тебя получается-то? О. Да не, это пока... Подожди, я тебе говорю, ты если будешь смотреть каждую минуту, тебе не понравится, я тебе говорю. Ну, сейчас. Потому что вот комнату я делать буду на самом деле очень долго, и, наверное, я это даже ускорять буду, потому что это скучно смотреть. Ладно, я даже сделаю, смотри, я даже сделаю вот так, глянь. Ну? Все. Я ничего не вижу. Это типа в стиле Хогвартса, да, туалет? Ага, да. Знаешь, этот такой платформа 9 3/4. А, да. Так. Кстати, можно будет когда-нибудь сделать там лабораторию в стиле Хогвартса.
А, да, конечно, посмотрим потом. А чё, реально, кстати, платформу 9¾. Можно сделать какой-нибудь... Такое, сделать можно метро, которое будет соединять что-нибудь, и сделать платформу 9¾, которая будет вести, допустим, в лабораторию или куда-нибудь, я не знаю. Напишите в комментариях, если вам эта идея понравилась. Так, значит, это пока что блоки убираю. Так, ну рассказывай что-нибудь, как у тебя дела? Чё, да нормально все, в принципе. Вот, недавно у меня тоже на канале появилось видео с механическим проектом. И я не знаю, зачем я, в принципе, это сделал, потому что уже стал тебе помогать, и еще у меня там друзья помогают, друзьям, короче. Вот, и не знаю, в общем. Вот так вот. Ясненько, так, значит, я уже задолбался эти блоки рушить. Честно. Я чё, все... World Edit же есть. Тюп. И все время забываю, что у меня есть World Edit. Так, бывает. Значит, так. Так. Сет 0. Пока что, я думаю, будет достаточно места. Так, делаем нахуй все из кварца. Сет 155. Так, тут я думаю... Ой, что-то меня пролагнуло. Слишком. Сет 155. 155. Нет, все-таки не хватит ни места в ванной. Да, ванная просторная должна быть. Так. Ну ты смотри, не сделай ее слишком огромной. Так, можно эту дверь тут снесу чуть-чуть? Угу. Ну, вот, в принципе, да, этого должно хватить. И не делай слишком высокие потолки. Ну тут же еще ж вот так будет, вот, вот так. А, ну потолки, да, конечно, 4 блока в самый раз. Потолки будут нормальные. Я думаю, еще можно на 2 блока ее чуть больше сделать, эту ванну. Вот так вот. И все будет норм. Так. Сет 155. Сет 155. Как весело, сет 155. Приятно слушать, да? Ага, сет 155. И сет 155. Вот так. Это так неожиданно. Угу. И сет 155. Так, ладно. Тут что у нас? Ой, я чуть только что чуть сломал что-то. Так вот сделаем. Так, я не смотрю. Блин, ну тут на самом деле я половина экспериментирую, потому что все делаю, ну, ты сам понимаешь. Ну, ясно. Импровизирую. Ясно. Давай, короче, там делай, что надо. А я тут пока буду с ванной разбираться. Я думаю, пол здесь даже можно сделать... Не, алмазный блок здесь нет. Так как у школьников. Нет, смотри. На самом деле пол можно использовать... Вот резной кварц, его можешь рандомно накидать. Так, вообще без света тут как-то палёно, на самом деле. Ну да, да. Я вообще еще этот... Для потолка тоже хотел рандомно так накидать. Ну, для потолка можно наоборот сделать одним блоком, а вот здесь вот рандомно вот так вот накидать резным и обычным кварцем. В нашем текстурпаке это, конечно, не очень, ну, заметно, но, в принципе, это все равно нагоняет атмосферу. Ну да, в принципе, вот. Вот, видишь, вот я тут подобавлял чуть-чуть. Вот, попробуй продолжи там рандомно делай. Ага. Главное, слишком не переборщи, чтобы всего было в меру. Ну, ясно, пей. Так... Блин, у меня зелье заканчивается. Мне еще так впадло писать этот эффект. А что ты себе на бесконечно не поставишь? Кстати, а ну... Ты помнишь, какой этот... ID у этого зелья ночного зрения? Ну, кажется, 9, но я сейчас посмотрю. Нет. Ну, попробую еще 16 сейчас. Вот, 16, чувак, 16. Окей. Да, ну сейчас я дам, короче. Да я сейчас сам напишу. Эффекты там давай, это декор. Эффект... 16. Ой, 16. Все, отлично. Ага. Так, эффект... Так, сейчас пока тут картины понаставлю. Эффект... Вот. Нет, на самом деле картина в этом текстурпаке это просто шедевр какой-то. Да, картины это тут красивые в этом текстурпаке, не спорю. Так, что у нас тут? О, можно еще этот тут сделать вот так.
Сейчас скажу, когда же. Кварцевую колонну и сделать такую, знаешь, под потолком окантовку кварцевой колонны можно. А, угу. Вот так вот еще. Ну, ты смотри, кварцевая колонна, она вообще не очень смотрится, если что так. Ну, сейчас посмотрим, как она будет. Кстати, ну, давай, хорошо. Делай. Я тоже в тебя смотреть не буду. Все было честно. Ага. Вот так вот, сейчас. О. Чтоб не полил. Так, значит, кварцевую колонну. Я не знаю, сейчас посмотрим. Будем экспериментировать. Да, конечно, импровизация, все дела. Угу. Да, ой, так поставил. Проблемка. Что там такое? Да, не знаю, как смотри, как лучше смотрится. Вау, уже более-менее начинает смотреться. А, да это еще пока не. Ну, более-менее начинает смотреться. Ну, наверное. Так, ладно, я погнал к себе тут. Дальше. Хотя, вот эта окантовочка с этими смотрится более-менее нормально. То есть, с колоннами. Так, ой, тут. Так. Нормально, в принципе, пойдет. Так. Ой, так поставил. Так, освещение какое еще тут сделать? Можно... Освещение, да, освещение самое обычное можно. А, просто лампу повтыкай. А, кстати, смотри, точно. Забыл тебе рассказать очень прикольную фишку. А, ну давай. Которую можно использовать для ванны. Так, смотри, вот выстави все вот это полублоками, понял? Ага. И вот это, весь кварц нужно убрать, вот этот, который сверху. А, освещение, все, я понял. Понял, и лампы будут смотри, как стоять. Они будут вот так стоять, и это вообще на самом деле четко смотрится. Да, я понял, все. Ну, в общем, сейчас сделай, пока я тебе потом покажу, как будет. Ага, давай. Так, сейчас это пока что это все. Да ё-моё, я опять забыл, что у меня есть World Edit. Я привык строить все в одиночке. Все вручную это все делать. И как-то мне привычнее все-таки делать. Понятно. Так, вручную. Ну я на самом деле тоже вручную все всегда делал. World Edit. Я сейчас обычно на снапшотах играю. И там, насколько знаешь, World Edit вообще нету. Угу. Я еще этот, ну, в основном, если проекты свои делал вот эти всякие мини-игры, я использовал MC Edit в основном. То есть для создания, там, для копирования, для заполнения командных блоков я MC Edit в основном использовал. Кстати, тема очень классная. Ну да, MC Edit почти как World Edit, но на самом деле это программа для Майнкрафта там. Ну да, особенно вот если заполнять командные блоки, то это вообще шикарная просто командная программа. Так, значит, что у нас тут? Ладно, пока что я буду начинать делать механизмы уже в ванной, там ванную всякую. Только не сделай нормальную ванну, такую, которой еще не было. А какой еще ванной не было? Вот тут надо уже думать. Ну да, например. Я не знаю, в принципе. Короче. Здесь в этом углу я сделал душевую. Какую-нибудь прикольную, такую на тест-форе, там всякую херню. Вот, а здесь я сделаю ванную, а здесь, короче, сделаю такие комнатки, здесь сделаю толчки. Да, вот так и будет. Значит, начну я, пожалуй, с душевой. Я знаю, я сделаю как-то... Нет. Так не будет. Вот как-то нужно все сделать. Делаю вот так. Так вот. Здесь мы тоже сделаем... Нет, здесь мы сделаем вот так колоннами. Будет смотреться, я думаю, вполне сносно. То есть так, сюда мы становимся, и нас поливает. Так, ну чё, пол, наверное, поменяешь в этой комнатке красной? Меняй. А то вообще в глаза бросается. Можешь еще, знаешь, где пол поменять? В этом. Вот в этой всей фигне. Вот. Ну я понял, да. Во всем проходе. Можешь тоже поменять пол. Так. Я и хотел этот, короче, сделать на одном баде. О, кстати, знаешь здесь, как можно сделать? Так. Как его называют, пол, точнее не пол, а диван, ну, чтобы сидеть можно было.
А, в смысле вагонетку поставить? Не, я знаю команду. Я этого у Дэна видел. Ну, Видел я понял, да, о вот эту чем ты. команду можно сделать вот так вот. Я же о чем говорю, вагонетка. Да, вот будет прикольно тоже. Так, сел и сиди. Так, тут механизм аккуратнее. Ты тут намудрил, что-то я сам уже не помню. Что я тут мудрил? Ну тут вроде вот он, этот механизм, правильно? Ну да. А, ты этот, на банде. У тебя стоит вот эта херня. А, вот она здесь должна быть, Да, понятно. вот он тут. Сюда ты ставишь. Что придется убрать. Ага. А может подвинуть просто? А оно будет работать? Ну, подвинуть самбат. Ну давай попробуем. В общем, короче, вся эта комната в твоем распоряжении. А, окей, Главное, ну тут... саму структуру не рушь, а все, что хочешь, тут можешь передвигать. Ну ты тут намудрил, конечно, правда, что-то много. Я знаю, это я тут дофига чего сделал. А, ну все, вот, в общем, сейчас я сделаю тут. Так, ладно, я пока пойду дальше в ванную. И еще пол надо выбрать какой-нибудь. Пол можно там, я не знаю, какой-нибудь придумать. Ух ты, что это? А, арбуз. В этом текстурпаке арбуз выглядит так не это самое. И непривычно. Ну да. Так, значит. Где тут наши стеклянные панели? Вот они. Я думаю, синенькую стеклянную панель будет нормально смотреться. Так, заходишь, тебя поливает Так, водой. так, так. Красная шерсть не подойдет, конечно, поэтому надо что-то другое выбрать. Почему бы не сделать из обычных досок? Они вообще круто смотрятся в этом текстурпаке. Ну, давай попробуем досками. Вот такими вот темненькими. Давай, короче, закладывай все досками, потом посмотрим, как это все будет выглядеть. Ну да. Так, и сейчас пока что намечу. Я сейчас пока что тут намечаю всю эту фигню. Что где будет. Так, тут будет у нас ванная. Такая вот небольшая ванная. Ванную, я думаю, сделать можно обычную, самую стандартную. Чтоб не Ну, не париться. знаю. Чтоб не париться с этой всей фигней. Я бы попарился. Можно, в принципе, подумать. Я сейчас пока что душевую сделаю, а потом Ну, подумаю. наверное, думать нужно вне съемки, наверное, да? Ну да, я где-то не съемки тут вас прикину, какие можно тут сделать. Ванны и всякую фигню. Так вот. Все будет выглядеть. Ну, все, в принципе, сделал, но... Ну, по мне нормально, что такие доски. В общем, они нравятся мне. Не, что-то я тут намудрил. Ну смотри, короче, залети сюда. Угу. Я, короче, ванну так подумал. Да нет, что это за ванна? Ты хоть где-нибудь видел такую ванну? Самая обычная. Нет, необычная. Ладно, короче. Ванна не так должна выглядеть. Сейчас. Вообще, короче, над ванной подумаем. Мне съемки. А, пока душ я. Давайте саму ванну покажу, как хотя бы она похожа в Майнкрафте. Конечно, в Майнкрафте ванна это немного странно, но. Ну, что-то в этом роде вот так. Вот. Здесь там, не знаю, ставить эти крюки. Сейчас, короче, покажу. Во. Вот так вот сюда будем становиться. И у нас будет поливать водой. Так, тут пока что я механизм уже начну делать. Вот, вот так, смотри, типа горячая холодная вода. Вот, видишь? Ага. Вот здесь может открываться эта хрень. Вот, вот здесь. И сюда может затекать вода. Тут можно как-нибудь на этом сделать. Я не знаю, там, какой-нибудь фигни. Допустим, как ты дергаешь, и оно открывается. Ну, ну, в общем, может подумаем, подумаем. Да, на тестфоре самое обычное, что тестфор это четкая команда. На тестфоре можно как-то. Сделать. Ну, в общем, подумали, без этого. Главное, не на вагонетке. Да. А то это ужас. Как все делают. Ну да. Так. Так. Тут пока что местность себе расчищу. Может, 19 минут снимаем.
Ну, да, на самом деле это быстро очень время набирается. Ага. Сейчас где-то минут 30 отснимем, и все. И мне надо идти в связи с проблемами на Юго-Востоке. Капец, конечно, творится у нас. Так, Да, ничего хорошего, в принципе. Политическую тему не будем затрагивать. Ну да. Так, блин. Вот. Здесь мы поставим такую вот хрень. Так, я пока что возьму командный блок. 137.1. Так вот. Где-нибудь его вот тут поставлю. Так, возьму компаратор и воронку. Так, пускай обновляется. Здесь у нас будет вот так стоять.